Ауди, ты жив? Слушай, а дымит, а чё дымит? Да, там танки подбиты. Бля, я зачем включил. Сейчас сама за туда жив. О, красавчик. Парни, есть плюс. Как кроничек подогнулится, он так закрывает крышу. Человека. О, уже по нам бьют. Да, ложись внутрь. А, голову вниз, это не помогает, он не прогинает. Поможет. Ой, я миноносец вижу. Молодец. Давай, захватим. Держи 5. И Ми-8. Переверни нас. Что, приехали, что ли? Все, приехали. Высадка, что ли? Очень похоже на место. Да, да. О, чё с тобой, Прайс? У тебя проблема. Прайс, всё нормально. Прайс, у тебя всё нормально? Все сделали скриншоты. Я здесь, снял тебе. Прайс, сядь. Просто сядь. Суперсолдаты Германии. Верма. Прайс, сядь. Вот так. О, смотри, втянул живот, нормально. Проголодался, чувак. Дайте пройти, чё тут со своими колотушками? Ну чё с вами бегают? Ну и чё мы будем делать? Смотрите, вы русский хаймер, это как? Аздоник, ты там хоть команду, ты ж командир, ёма. Окпи на связи? Окпи на связи, сейчас будут работать. Давай. Да 260, пошли. Аздоник, ты командуй, ты кричи, тебя не слышно, крик какой-то. Я же сказал вам это в атаку, по рации. Не все рации включат. Вперед, в атаку. За Фатерланд. Ты покажи хоть где эти самые враги. Бежим хер знает куда, где их ожидать-то? Не знаю, где мы находимся, мне бы меточку. Вот так. Турит, хер пойми, откуда враг может вылезти. Примерно на 240 там уже за домами враг, здесь рядом. Как тебя ориентировать, хер я. Ой, зря бежим, так, сейчас на танк выйдем. Сломай, взрывай танк, мы где-то съедем. Там уже танк видно справа уже, блин, справа в проходе прям танк торчит. Так что ж вы тогда так бежите? А как вообще понять, с кем? В смысле, где мы? Нет, с кем я? Я просто бегу сам по себе, значит. 20. Вижу останки Т-72. Надо 280 там дальше в глубине танка. А вот он. Обе. Это не я. Плохо. Это пушка наша, по-моему, долбит. Там на. В нашу сторону будем, башню повернул. Давай быстрее. Есть вражина. У нас что бежал. Вон. Танк на сколько? На 20. Пацаны. Подъезд 8. Наш этот домик уже шаттл. Прайсу в башку прилетело. Как понял? Здоник, привет, дома смотрел. Принял. А пушки вообще снарядов нет. Да,
оно ограничено. Жут, а танку куда надо убить? Лучше по башне. Башня, флазик. Нас гранатами закидывают. Отступаем. Что там? Иванчик, что говоришь? Иванчик, не надо, отходим отсюда. А куда отступаем, назад? Ну пока ты. Вот так у нас. Окна можно залазить. Че? В окна можно перепрыгивать, залазить. Да, я знаю. Вы отошли налево, да? На юг? Федора убили. Ему дали очередь чисто трещерки. Понятно. Вон там ты чё, снаряды? Вот сейчас у него пока перезарядка, можно пробраться туда. Подбегаю к уралу. Так, ладно, снаряды на пушке закончились. Отлично, в меня мой же выстрелил, его же в очередь не спросила, так? А ты где-то твой ППШ-шник? У нас осталось патронов кого-нибудь остались. В восточной части дома разрушено очень много солдат. Сейчас сделаю. Никуда. Вот это поворот. Стоп, там вот правильно. На 300, на 300 и на 320 в домах здесь прям много вообще кишит. Просто будешь, что в тыл могут зайти. Нам домик. Кинул гранату.
У меня тут вул лежит, сейчас попробую его вытащить. В доме сидят там, стеной. Сейчас кидал, парень умер. Через меню действия рядом с Windows. Есть, нету фауз патрон. Алло. Да не, у меня фасачивается. Вон он смотрит куда-то, знаешь, на север он смотрит. Если сможешь ползти к нему, давай задымим, подползешь, нет? Нет. Я могу подбежать, в принципе, поставить, взять и подбежать. Шахиды сделал. Блять, я не попал немножко. Сейчас только дым. В принципе, подбежать можешь бомбануть. Он все равно тут на север смотрит. Да-да-да. Мы прикроем. Сейчас позицию займем. Минуту сделаю задержки. Так, все, я боевой взвод делаю. Эх, умер. Все, пошел. А что, газ взорвался? Да, мы его... Ты на что поставил? На детонацию? Да, я поставил, я на 60. Чтобы ты... А, понятно. А то я кричу тебе, взрывай, и, короче, сам стрелял. А что ты... Я сразу взрываю свои моряки. А что у вас за аутистки? Какие-то стрелки попоют такие беспалевные? Да. Блин, не посмотрел, кого убил. Гон завалил.